Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Васюк. 8 червня миколаївська письменниця Ангеліна Крихелі презентувала свою нову книгу «Спасті Кащея». Видання стало другим із авторської серії читання «Книга для сімейного читання». Тож, наскільки складно зараз Миколаєві видати власну книгу? В чому складність роботи із дитячою аудиторією? Та наскільки миколаївська громадськість здатна літературно розвиватися? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями Ангеліною Крихелі, миколаївською письменницею, авторкою книжок для дорослих та дітей, та Юрієм Багрянцевим, літературним агентом письменниці. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. А я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47-7472. І отже, перше запитання, пані Ангеліно. Ви багато років працювали журналістом. Як так сталося, що вирішили писати, і саме писати дитячі книжки? На самом деле журналистика, наоборот, начиналась с писательства. Я писала лет с 7, лет с 13 была в литературном объединении Юрия Мейровича Гроссмана, к сожалению, ныне покойного. Uh-huh. Его очень не хватает в литературном олимпе, если так можно сказать, Николаевщины. Он очень много поколений писателей помогал становиться на ноги, помогал им найти себя. И так случилось, что мои тексты заметил редактор одной из николаевских газет и предложил попробовать в журналистике себя. Ну, в общем-то, то есть получилось наоборот, но визуальная часть в обратную сторону. Ваша перша книга «Найденыш» російською мовою написана. Який меседж вкладали в цю книгу? І, наскільки я знаю, вона була написана ще у 2006 чи 2009-му. А видана была только в 2016-м. Почему? Тут все просто. Я считаю, что хорошая книга должна отлежаться на полочке, должна, как хорошее вино, у нее должна быть выдержка, чтобы через какое-то время, желательно через годы, ты вернулся к этой работе, перечитал ее взглядом со стороны и сказал себе, вот это плохо, я переделаю. И так может быть несколько раз на протяжении нескольких лет. И когда ты, в принципе, считаешь, что ты готов ее показать своим читателям, тогда ты приходишь уже к издателю, начинаются правки литературного редактора и в издательстве. Таке запитання, пане Юрію. Ви почали, взагалі, професія літературний агент. Для України це нова спеціальність, а для Миколаєва, мабуть, що ви перший тандем такий. Перший. Взагалі, як так сталося, що почали разом працювати, і чи з першої книжки це? Це дуже цікава історія. Почалася вона дуже давно, коли один дуже відомий миколаївський журналіст порекомендовал мне сотрудничество с хорошим журналистом, с Ангелиной Крихели. И работающий в пресс-службе, сейчас у меня выходной, работающий в пресс-службе, я присмотрелся к Ангелине, и так случилось, что она пришла к нам устраиваться на работу в пресс-службу, и мы ее приняли. Мы проработали несколько лет вместе, и я увидел, что она издает книги, я знал, я не буду раскрывать секрет, это Ангелина может рассказать, как она издавала первые три книги. И когда она написала книгу на медицинскую тематику «Королевство диабета», и снова и снова там у нее были сложности, там искания, я увидел, что эта тема еще класснее, и она в теме. А сроки поджимали, да. Ну, я говорю, Ангелина, давай вот попробуем вместе, да, я помогу тебе ее издать. И так случилось, что мы начали работать в этом тандеме, у нас появились идеи, мы издали эту книгу, и потом, ну, в общем, а потом все пошло. Это творческий тандем. Это, ну, нам просто работа – это работа, а творчество – это, ну, как, ну, это хобби одновременно, ну, и это, больше всего это творчество. Нам нравится творить. Тобто на роботі ви керівник, да. Ангеліна підлегла. Да. А тут навпаки. Нет, а тут я не согласна. Потому что в творческом тандеме, несмотря на то, что начинается все с автора, а потом подключается к работе литературный агент, все-таки это, знаете, взгляд двух людей в одну сторону. Это абсолютное понимание и равные возможности, равные обязанности вот в абсолютно равном творческом тандеме. Это не начальник и подчиненный. Это обмен идеями, обмен мыслями. Не даст соврать же, да? Вот почему я взялся. Я зрозуміла. Про другу книгу. Вона вийшла на трьох язиках.
На трьох мовах, я вибачаюсь. Російська, українська, англійська. Да. Чому? Все очень просто на самом деле. Я росла в русскоязычной среде, училась в русскоязычной школе очень долгое время. Я вільно володію українською мовою і на роботі користуюся нею постійно. Да. Але в побуті я розмовляю і найголовніше я відчуваю російською мовою. Ну, так получилось, да. Вот. А английский – международный язык. Русский язык, в общем-то, один из используемых шести языков в ООН, по-моему, и ЮНЕСКО, если я не ошибаюсь. Максимально носителей языка, большое количество. Максимально большое количество носителей языка во всем мире. Но и украинский, потому что это язык моей страны, моей родины. И потому что я думаю, что каждый человек должен знать язык той страны, в которой он живет. К тому же все образование сейчас у нас на украинском языке, и так удобно. Что касается отношения читателей, как они это восприняли. Английский, да, безусловно, классно учить английский по этой книге. Ну, в принципе, по любой художественной литературе. Кстати, почему тоже? Потому что очень мало читатели часто жаловались, что приходится брать какие-то произведения, которые даже задают по школьной программе. Две книги. Одна на русском, другая на украинском, а еще надо третью на английском, чтобы перевести. Мне показалось, что будет очень удобно, если она сразу в одном. Хочу заметить. Посольство Дании и посольство Швеции, когда мы так случилось, что мы передавали, ну и некоторые другие иностранные делегации, так случилось, что у нас была возможность пообщаться, рассказать об этом, и они заинтересовались, и нам говорили, здорово, мы теперь будем с помощью этой книги, ну не буду врать, да, не, вот благодаря вам, мы только нет, но эта книга нам поможет быстрее адаптироваться. Пособие. На украинскую, размовляти украинскую мову, там, або размовляти, ну, тобто, вот такая штука, она полезна, она классная, и она интересна. Вы не читали книгу? Почитайте. Извините. Таке запитання. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну, таке також буває. Таке запитання. Тільки в цьому була причина? Чи це як розширення аудиторії? Само ці три мови. И это тоже, потому что когда спрашиваешь ребят на встречах с читателями, на каком языке вы читали вот эту книгу, большинство, ну, процентов 60-70 отвечают, ну, на русском. Другие говорят, а мы читали ее в школе всем классом, поэтому на украинском. А классы, в которых углубленное изучение иностранных языков, они говорят, а мы на английском читали. Ну, то есть, в каждый из переводов оказался достаточно полезным. И, кстати, на английском действительно, правда, читают очень много детей. Это и школьная программа, и интерес. Вот на презентации, о которой, я думаю, потом вы скажете, вот то, что девочка читала на английском языке, это не под... Как это правильно сказать? Это не запланировано было, да? Просто библиотека сказала, мы хотим там, да, вот 10 минут, можно мы тоже что-то там скажем? Я говорю, о, хорошо. И они приходят, она приходит с детьми, дети читали на английском языке. Это было очень приятно. О, извините, что отвлек. Тобто, можно сказать, что, тобто, уже точно, ваші книжки увійшли в програму для дітей? Нет, в програму вони не вошли. Вони використовуються як факультатив, як дополнительне пособие для углубленного изучения английского языка. І це дуже приємно, особливо, коли приємно, коли тебе приглашають на встречу, ти приходиш, тебе садять на перший ряд, на першу парту, і ребята починають показувати якісь отривки, інсценізації із твоєї ж книжки на англійському язикі. Ну, классно. И я хочу отметить вот важный момент. Вы сказали, там входит в программу. Для тех, кто не знает, я вот в этой системе недавно и понял. Вот просто так вот написала там, да, человек книгу, и раз, ее читают дети. Это непросто. В библиотеке, перед тем, как книга попадает на книжную полку, и ее прочитает ребенок, есть целая система. Ну, то есть издатель смотрит, что он печатает, библиотекарь смотрит, что он дает детям. То есть говорить о том, что там вот просто человек взял, написал, что хочешь, да, и это дети читают. Нет, эта система, к счастью, работает. То есть всякое, ну, вот если бы там было написано что-то такое, что по правилам психологии, или, да, по этике, или там, ну, в общем, противоречил, и она бы не попала. Ее бы приняли, да, в библиотеке, да, ну, то есть вот подарил вам что-нибудь, оно мне надо, ее бы положили на пол, да, где-то там, в хранилище. Раз она есть на полке, это уже, это непросто. Поэтому мы спокойны. Щодо видавництва, взагалі, як складно видавати свою книжку зараз в Миколаєві? Як видавництво сприймає тебе? От ти приходиш автор. Як вони сприймають? Як ставляться? І скільки це коштує, до речі?
Сначала, по порядку. Да, по порядку. Я когда пришла первый раз в издательство, для меня это было очень тяжелым шагом, потому что я всегда собой недовольна. Мне всегда кажется, что я сделала мало, могла бы сделать лучше, поэтому книга выходит через какое-то время, вот по предыдущему вопросу. Да? Я 10 лет ждала, когда я приду с найденышем к издателю, и вот эти самые первые робкие шаги, когда заходишь, мне очень повезло с издателем. Заходишь в «Иллион», тебя встречает вот с такими огромными добрыми глазищами Аня, издатель Румянцева, и говорит: «Вы принесли книгу? Давайте смотреть». И вот, ну, настолько, это сложно объяснить, это эмоциональная какая-то такая сфера эмоциональная, когда, да, какая-то нить между, это на самом деле, это издательство как дом и для писателей, и для читателей. Любое издательство. Любое, нам повезло, да, вот с этим. Но я рассказываю о том, с которым работаю. И когда... У меня есть, я сейчас к этому вернемся насчет одного издательства. Когда тебя вот так встречают, к тебе так относятся, что бы ты ни написал, к этому тщательно подходят, это вычитывают, это пропускают через какие-то критику объективную и конструктивную. Но вот эта сама атмосфера доброжелательности, которой не хочется изменять. Ну и к тому же я приверженец того, чтобы команда была постоянной. Она рихтуется со временем, она шлифуется, что-то, кто-то отсеивается, кто-то добавляется. Но, к примеру, переводчик переводила вот вторую книгу «Спасти Кощея», новую, та же девушка, которая переводила «Как котенок правду искал». Я все-таки приверженец того, чтобы появлялись такие традиции какие-то, и вот наполнялась команда. Издатель, литературный редактор, перевод, литературный агент. Бета-ридер? Бета-ридер, иллюстратор. Иллюстратор – это само собой, потому что иллюстратор – это моя мама. И она читает самые-самые-самые первые книги, причем делает это на удивление очень объективно. Почему на удивление? Потому что обычно родители, да, ой, молодец, да. Так. Нет, она приходит ко мне и говорит: «Ты знаешь, вот здесь вот что-то не то, что-то не то, давай, давай думай». И тут, и тут появляюсь я. И тут появляюсь еще он. И говорит: «А давай еще, может, ты подумаешь над вот этим». Несмотря на то, что написание книги в моем случае – это не коллективное творчество, я никогда не пишу в соавторстве, но я всегда прислушиваюсь к двум в таком плане близким людям. Это бета-ридер, если отставить, что это мама, это бета-ридер, это иллюстратор, и это литературный агент, который… Они смотрят с разных позиций, таким образом создается эффект куба, когда видишь проблему или вопрос со всех сторон, а не с одной авторской. Я зрозуміла. Як свідчить статистика, я прошу показати нашу інфографіку, представлена на сайті Книжкової палати України, за минулий рік кількість книжок, виданих на Миколаївщині, зросла. За 2016 в області було видано 134 книжки загальним накладом, 34 600 примірників, а у 2017 вже 201 книга і 48 500 примірників. Якщо вам відомо, ця тенденція зберігається взагалі? Наскільки активно в нас видаються книжки на Миколаївщині? Ви спілкуєтесь з іншими авторами. Як вони? Що вони кажуть про це? У нас действительно очень много талантливых авторов в Николаеве, но я боюсь, что этот вопрос скорее к издателям. Причем не к одному какому-то конкретному издателю, а ко всем издательствам, потому что им легче отследить эту тенденцию. В общении с авторами это невозможно отследить, я так думаю. Ну, а я хочу сказать, ну, я знаю, уверен, и у меня нет цифр, у меня нет статистики. Но, знаете, есть такое, есть чувство. Я понимаю, что это, к счастью, мы начинаем расцветать. Вот тот факт, что стало известно, что у нас в городе будут появляться памятники, скульптуры, это супер, это правильно. Я понимаю, что в наше время, в этой жизни очень много дыр есть, да, вот чтобы надо закрыть и то, и туда нужно, и туда нужно обращать внимание. Но искусство и культура, без нее нельзя, мы повязнем в этом болоте. Я понимаю, все, я согласен абсолютно, но хотя бы не забывать об этом. Вот сейчас начинают вспоминать, и это делает честь людям тем, от которых это зависит. Вот они начинают видеть и слышать. Вот это здорово, это классно. У квітні в Миколаєві відбулася вже 16-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». Пропоную переглянути сюжет з відкриття цієї виставки. Прошу.
Виставка приурочена до Міжнародного дня книги та авторського права. Організатори мають на меті популяризувати творчість місцевих авторів та презентувати читачеві новинки краєзнавчої літератури. Директор Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Тетяна Тверда розповідає, миколаївці дуже вибагливі книголюби. Заходи виставки, вони розраховані на дуже широку аудиторію. Це і люди такого вже і молодь, і люди похилого віку, це і науковці. Тобто на будь-який смак можна знайти зустрічі, якийсь захід в рамках Миколаївської книги. У повітрі запах книжкових сторінок та фарби. 17 друкарень, видавців-підприємців, видавничих центрів вищих навчальних закладів представили на виставці свої роботи. Чи не найбільша колекція у видавництві «Іліон»? Директор Ганна Румянцева каже, книговидання серед миколаївців слід популяризувати. Люди в місті, вони взагалі не знають, що у нас відбуваються якісь книжкові форуми. Люди у нас в місті, звичайні перехожі, вони не знають, що у нас в місті видаються книги. Ви розумієте, взагалі рівень нашої реклами і рівень нашої пропаганди книжкової культури. Нашої реклами і рівень нашої пропаганди, взагалі, культури і книжної продукції. Серед гостей заходу – голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників Віра Марущак. Письменниця впевнена, подібні заходи розраховані саме на читача. Таким чином миколаївці можуть дізнатися більше про улюблених авторів та знайти щось нове. Це потрібно для читачів. Чому? Тому що ми повинні дбати саме про читача. І якщо говорити про сьогоднішнє свято, то це саме їх свято. Тому що автор написав, він іде з цією книжкою вже до свого читача. А читач повинен знати. А бібліотекарі, як лоцмани у морі, повинні направляти читача до тієї чи іншої книжки. Виставка триватиме до 27 квітня. Організатори розповідають, на миколаївців чекає справжнє книжкове свято. Зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, презентації нових збірок, краєзнавчі квести. Пане Юрію, вам, як літературному агенту, наскільки цікаво і наскільки корисно було брати участь у цій виставці? Обалденно. По-перше, почну здалека, быстро. У меня есть образование, у меня есть хист, ну, то, что мне нравится. По образованию я, внимание, никому не говорите, режиссер театрального коллектива. Я заканчивал в 1986 году культпросветучилище, где нас учили нести культуру в массы, так это тогда называлось, и там же были библиотекари, нас готовились забрасывать куда-то в районы, в села, для того, чтобы нести туда культуру. Потом это все по разным ситуациям было никому не нужно, очень хотелось кушать, и все пошло-поехало совсем по-другому. И вот сейчас у меня появилась возможность выложиться, да, выложить душу, творить, ну, в общем, что-то делать классно. Мне это нравится. Кому не нравится, ну, не смотрите. Вот, есть цель. Суть. Какая польза? Ну, я отдыхаю, я живу душой. Это то, что мне делать нравится. Самый класс – это когда со стороны смотришь, когда вот в зале там 40-50 детей, и они все потом подбегают, ее трогают и говорят, ты живой писатель, можно, да, распишитесь мне на руке. Ну, это просто кайф. Они смотрят на это все, это здорово. Во-вторых, я очень хочу, каждый делает то, что умеет. Я считаю, я умею это делать. Я хочу рассказать людям, что чтение книг – это важно. Потому что если мы не будем читать книги, мы научимся, мы будем мыслить только аналитически, а эмоции, чувства, они начнут погибать. Как говаривал один французский летчик Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Le Petit Prince», самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Вот я хочу людям рассказать, что у них, смотрите сердце. Ну, так, как-то. Я зрозуміла. Пані Ангеліно, таке запитання. Ваша книга, перша книга з авторської серії «Казки для сімейного читання» «Королівство діабетія». Який меседж вкладали і взагалі як виникла ідея? Идея возникла благодаря работе в пресс-службе, очень тесной работе с медиками. Я очень много, в общем-то, изучала долго этот вопрос. И конечной точкой стала одесский семинар по сахарному диабету, во время которого рассказывали о таком явлении, как сказкотерапия. Оказывается, родители при таких достаточно непростых заболеваниях объясняют детям, что с ними происходит, с помощью сказок.
берут достаточно известные сказки, перерабатывая их так, чтобы можно было развернуть в сторону сахарного диабета. Я подумала, почему не написать сразу о сахарном диабете? Почему, зачем усложнять родителям жизнь, когда можно им помочь? Ну и потом, самый главный месседж – это для детей, наверное, не бояться. Не бояться того, что с ними происходит, потому что все-таки медики сегодняшнего дня недаром говорят, что диабет – это не приговор, а образ жизни. Наверное, вот это и пыталась донести. Більшість ваших книжок, більшість ваших проєктів, якщо можна так висловитися, вони благодійні. Пане Юрію, взагалі, як видавництва реагують на таку безкоштовну допомогу в реалізації книги, у створенні книги? Объяснение очень простое. Вот есть очень разные, ну, благотворительность, что это такое? Это когда какая-то, например, благотворительная организация аккумулирует спонсорские деньги, да, условно говоря, покупает там зубные щетки, да, или лекарства, или там одежду и дает им детям. В нашей с Ангелиной работе в роли материальных ценностей выходит, да, выходит моральные ценности, культурные ценности. То есть я аккумулирую средства, нахожу, ищу помощников, там, ну, в общем, людей, которые готовы, которые понимают, для чего это делается. Мы аккумулируем эти средства, направляем их в издательство. Издательство печатает, и мы дарим эти книги. Вот такая система. Детям, которые в этом нуждаются. Детям, которые в этом нуждаются. Потому что сейчас, к сожалению, такие времена, что не каждый, ну, немногие человек сможет покупить, создать себе библиотеку дома. Да? Вот так. Поэтому для этого есть библиотека. Мы все, обязательно все книги Ангелины есть в библиотеках, причем не только области, а и страны, и даже за рубежом. Ой, извините. Ляпнул. Вот. И мы дарим эти книги социально, ну да, вот детский сад, допустим, или там соцзахист, ну, мы передаем в центр социальной реабилитации, мы их передаем. Ну, сразу всем объясню. Мы за это, ну, правда, ну, ничего. Это просто, ну, в кайф. Ну, это интересно. Сам процесс. Это уже это драйв. Особенно вот подготовка презентации – это был драйв неимоверно. 3 месяца нервов, а он говорит – адреналин. Да, мне понравилось. Презентація останньої книги? Да, да. «Спасти Кощея». Да. Точно. Розкажіть про неї взагалі, як це відбувалося і чим ви дивували своїх гостей. В нас є, до речі, фотографії. Розказуйте. Легко. «Нарастало, как снежный ком». Я приношу книгу уже литературному агенту после «Королевства диабета» и говорю, я написала книгу, давай сдавать. Он говорит, давай. И начинается, как мы это видим, что мы хотим донести. Самый главный месседж – читают на самом деле сегодня все. Может быть, мы их не видим, может быть, они ушли в интернет, читатели, но они все равно продолжают читать. И, в общем-то, так родилась идея о том, чтобы продемонстрировать это на презентации. Поэтому перед началом было создано такое арт-пространство, где читали спасатели, читали полицейские, даже шоколатье читали, врачи. То есть мы демонстрируем, что вне зависимости от возраста, от социального статуса, от профессий, люди читают, им это нужно. И в нас же залишилось дуже небагато часу. Останнє запитання. У роботі з дитячою аудиторією що найголовніше? Пишучи для дітей, що найголовніше, що ви вкладаєте у свої книжки, щоб діти це зрозуміли, щоб діти це сприйняли, цю книгу, як треба, як ви хочете? Наверное, самое главное – оставаться собой. Для взрослых ты пишешь, или для детей, или для семейного чтения. Самое главное – не пытаться относиться к детям снисходительно, потому что вот они маленькие взрослые, они не маленькие взрослые, они отдельные личности, они целостные личности, требующие и заслуживающие к себе соответствующего уважения, как к, в общем-то, целостной личности. Пане Юрію, є ще додати? Да. Самое Давай. Главное – просто быть искренним. Мне однажды спросили… Почему я, ну, как я вижу книги? Я, кроме того, что их сам читаю, я открою маленький секрет. Я представляю, почитал бы я эту книгу своему внуку. Если я считаю, что я почитал, значит, вперед, бегом и сдавать. Эта книга нужна. Ну, вот так. Ну що ж, час нашої програми вже спливає. Дякую, що завітали. Творчого натхнення вашому дуету. Щоб все, як ви хотіли, все збувалося, побільше
донорів, спонсорів, тих, хто допомагає. Меценатів. Меценатів, так. А я з вами, шановні глядачі, прощаюся. Вдалого вечора. На все добре.